Владивосток готовится к массовому заплыву. Дистанция пройдет вдоль мыса Басаргина. Зрелищное спортивное мероприятие состоится в предстоящую субботу. Принять участие в заплыве приглашаются все желающие. Сбор участников в 9 часов утра в бухте Соболь, откуда в 11:30 будет произведен старт. Организаторы заплыва – администрация города Владивостока и Федерация подводного спорта Приморского края. Дистанция составит 5 километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина, финиш в бухте Патрокол. Для безопасности участников на воде будет дежурить катер сопровождения. В свою очередь, пловцы могут использовать специальное снаряжение – ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другие. А вот за такие плавучие приспособления, как плот, доска для плавания, от участия в соревнованиях отстранят. При этом есть и обязательное снаряжение. Участники допускаются к заплыву только при наличии сигнального буйка яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура. Этим, а также яркой шапочкой и сигнальным свистком организаторы спортсменов обещают обеспечить. Спортсмены и болельщики популярных в регионе гонок РДС «Восток» готовятся не только к соревнованиям, но и к изменениям. На Приморском кольце начался очередной этап строительных работ. Привычную площадку разворачивают сразу на 180 градусов. Таким образом, изменится не только конфигурация трассы, но и зрительских трибун, а также место расположения тусич-зоны. Организаторы уверены, от таких изменений выиграют и пилоты, и зрители. К слову, перемены коснутся и ценовой политики на билеты. Стоимость удалось снизить, абонемент на 2 дня теперь можно будет приобрести за 900 рублей. Одиночные заезды в субботу можно посмотреть за 300 рублей, парные заезды в воскресенье за 700 рублей. Помимо этого, для удобства болельщиков заработала новая схема покупки билетов онлайн. Оценить все новшества Приморского кольца можно будет уже 17-18 июня, когда на Примринге состоится 3-й этап чемпионата российской дрифт-серии. Лучших наездников Приморья определят во Владивостоке в грядущую субботу. Открытые краевые соревнования по конному спорту пройдут в парке Минного городка на базе школы верховой езды. Спортсмены будут состязаться в дисциплине конкур. Само зрелищное мероприятие посвящено празднованию Дня России. В турнире примут участие спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока. Начало соревнований 10 июня в 11 часов. Оценить мастерство наездников и поболеть за участников организаторы соревнований приглашают всех желающих. Олег Завьялов, новости спорта на 8.